Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас одну минуточку я попытаюсь, значит, настроить. Еще раз добрый вечер. Абзира Шимас Яхзидзиро Зигин. Сегодня я хотел бы высказать свою точку зрения в отношении тех событий, которые имели место в Илорской церкви с привозом иконы грузинскими политиками, потом выносом этой иконы уже абхазской стороной. Честно признаюсь, я хотел даже написать статью, но, к сожалению, ни времени, ни сил на данный момент у меня просто нет, и поэтому я решил, используя социальные сети, высказать свою точку зрения по этой тематике, которая, как я понимаю, беспокоит наше абхазское общество. Прежде всего, должен заметить, что такого рода вопросы, безусловно, должны обсуждаться открыто в нашем обществе. Я сейчас не буду говорить о политической составляющей данной темы, это хорошо знают и лучше меня знают абхазские политики, абхазские общественные деятели, общественные организации, у них будут свои взгляды, своя точка зрения по данной тематике. Единственное, что замечу, безусловно, я тоже считаю, что, значит, приезд инкогнито грузинских политиков главным образом, я не говорю о простых людях, а грузинских действующих политиках, конечно, их приезд инкогнито вещь, с моей точки зрения, тоже недопустима. Это, безусловно, ошибка нынешнего руководства Абхазии. Но это одна тема. Я бы все-таки сконцентрировал бы ваше внимание, хотел бы сказать, о церковной составляющей данных событий. И хотел бы начать со следующего. Мне кажется, что все-таки нужно это обсуждать с привлечением большого круга людей, в том числе и церковных деятелей. И это обсуждение должно происходить в том числе и в студии абхазского телевидения. Я не знаю, почему так у нас каждый раз получается. Я уже несколько раз это говорил даже в прямом эфире на абхазском телевидении. Вот приходит новая власть, значит, новое руководство. И опять снова все прямые эфиры, где мы видели прекрасные дебаты, широкое обсуждение тех или иных наболевших вопросов, вот они снова куда-то исчезают. Я очень прошу вот и нынешнее абхазское руководство абхазского на эту вещь внимание. Не просто, чтобы был диалог, а главное, чтобы было широкое обсуждение с привлечением разных людей, у которых разный взгляд. Только в этом случае мы можем получить какую-то полноценную картину. Это первое. Второе, в процессе нашего с вами эфира я бы, значит, попросил бы, если будут какие-то вопросы, пока не забыл, если будут какие-то вопросы, безусловно, вы можете писать в комментариях. Я, если будет время, я постараюсь на эти вопросы ответить. Теперь непосредственно перейдем к самой теме. Первое, что здесь нужно отметить и сказать, это следующее. Илорский храм является одной из главных святынь не только для нас с вами, жителей Абхазии, не только для нас с вами, абхазов, но является святыней в том числе для всей Западной Грузии. Может быть, многие из вас это не знают, но я вам могу, как церковный историк, это подтвердить. Когда я говорю «Западная Грузия», я имею в виду, прежде всего, исторически, это Мегрелия, это Гурия, это Имеретия, которые входили, территориально входили в состав как и Абхазского царства в свое время, так и Абхазского католикосата. Центром абхазского католикосата или абхазской церкви средневековой была Пицунда. И вплоть до XVI века она таковым оставалась. В XVI веке кафедра абхазского католикоса переносится в Западную Грузию, в Гелати. И я обращаю ваше внимание.
И в 16-м, когда уже католикосы были там, и они уже этнически были грузинами, и в 16-м, и даже в 17 веке эти католикосы договаривались с абхазскими владетельными князьями, чтобы последние им позволили приехать в Пицунду и осуществить обряд освящения святого мира. И это святое мира затем раздавалось во все храмы, как на территории Абхазии, так и всей, подчеркиваю, Западной Грузии, с тем, чтобы совершалось таинство крещения. Вы вдумайтесь в это историческое событие. Вот это один момент. Второй момент. Илорский храм всегда особо почитался. Безусловно, у нас возникает почему. Например, почему ни Пицунда, ни Бедия, ни Мук, ни здесь в Новом Афоне храм Симагита, хотя все храмы, которые я перечисляю, у них больше истории, они более древнее, и один из учеников Христа здесь погребен. Но тем не менее, жители Западной Грузии всегда привлекал Илорский храм. Вот, например, есть описание путешественников российских послов, российских послов, да, которые прибыли тогда в Западную Грузию к Дадьяне, и они вместе поехали в Илорский храм. Туда приехал абхазский владетельный князь, туда приехал владетельный князь Мегрели Дадьяне, туда приехал абхазский католикос, огромное количество духовенства, народа. И при стечении огромного количества людей происходили там торжества, связанные со святым Георгием, и главным образом связанные с тем чудом, с явлением жертвенного быка, который фиксируется, начиная с 16 и потом в 17 веках. Вот. И надо заметить, что то, что мы сегодня говорим, что традиционно абжуйские абхазы собирались в Мукашта, это неправда, это все произошло только в 20 веке. Абхазы, абжуйские абхазы собирались именно в Илорском храме и перед Илорским храмом, там, где огромная поляна. Даже видеозаписи существуют документального фильма начала 20-х годов. Вот, вы там хорошо, если посмотрите, вы увидите, что там и скачки, и другие народные гуляния, торжества. Все это происходило в Илоре. Замечу еще одну удивительнейшую вещь. В классических абхазских деревнях, в зыбской части Абхазии, вот, например, как Блабархо, как Бармыш, семя, христианские семьи, у которых есть кувшины, пасхальные кувшины, они все посвящены Илорскому храму, Илырнаху пизду. Это тоже удивительная вещь. Другими словами, Илорский храм особо всегда почитался, что я хочу сказать. Этот храм в честь святого Георгия, он, этот святой, не грузин и не абхаз. Это древний святой, который жил в конце, во второй половине третьего, в начале четвертого века, был греком по происхождению, родина его была Каппадокия, территория современной Турции. Но те чудеса, которые были явлены в Илорском храме, сделали так, особенно начиная с 16 века и затем в 17-18 веках, сделали так, что этот храм стал святыней, еще раз повторяю, для всей Абхазии, для всей Западной Грузии. Вот этот момент мы с вами должны учитывать. А что значит святыня, друзья мои, что это означает? Я один год ровно служил в Чебурхинджи, в храме святого Георгия в Гальском районе. Тогда, когда никто из духовенств туда не хотел ехать, и когда, значит, местные жители поставили вопрос, что вот их не окормляют, поэтому нужно будет им звать священника из Грузии, вот чтобы этого не произошло, я туда поехал по собственной, говоря, инициативе, и ровно год служил. Поэтому я имею хорошее представление об этих людях и о их подходе и отношении к Илорскому храму. Вот. Каждый из них, из жителей как Гальского района, так и Западной Грузии, мечтает хотя бы один раз приехать в Илорский храм. Они никто из них не рвется ни в Афон, ни в Бедию, ни в другие места, хотя об этих храмах тоже знают. Каждый из них мечтает выполнить тот или иной обет в Илорском храме. Кстати сказать, когда в Илорском храме после где-то в конце 90-х и начале 2000-х мы с отцом Андреем ездили туда, там не было еще постоянного священника, и мы служили там, мы видели огромное количество глиняных кувшинов, в которых приносилось вино, посвященное этому храму,
используя которые священник совершал литургию в древности. Так потом, значит, один из наших собратьев, священник, взял все эти кувшины, вынес, сказал, это все языческая традиция, они здесь не должны быть. Этого, конечно, делать было нельзя. Вот. К чему я говорю? Поэтому даже после войны, нашей Отечественной войны 1992-93 годов, поверьте мне, это не первая икона, которая попала в Илорский храм. Там десяток икон, которые привозятся с территории Грузии. Кроме того, мы хорошо знаем, что в Гальском районе за последние 10 лет построено несколько храмов при участии грузинского духовенства, либо мирян, при их финансовой поддержке храмов, что теперь мы должны пойти эти храмы тоже разрушить. Мне кажется, что вот такой подход не должен иметь места. Второе, что я хотел бы особо отметить. У абхазов есть такая традиция. Она, кстати сказать, сохраняется до нашего времени. Эта традиция следующая. Когда владетельные князья, цари, воины и простые люди, поскольку практически все мужское население носило оружие при себе, значит, входя в храм, они всегда оставляли оружие за пределами храма, за пределами церковной ограды. Почему они это делали? Возникает вопрос. Потому что, переступая порог церкви, тем самым они хотели подчеркнуть, что они такие же простые люди, простые христиане, которые пришли в данном случае в Илорский храм, чтобы поклониться этой святыне. Вот какой глубокий смысл вкладывался. Это один момент. Второй момент. Храмы всегда были убежищем, защитой для всякого человека, который прибегал к этой защите. Еще в византийское время, византийское право закрепило такое понятие, как асило, то есть неприкосновенность, когда человек обращался и укрывался в храме. Даже в тех случаях, когда он совершил серьезное преступление, вплоть до убийства человека. Чтобы вы понимали, такие случаи мы имели в Абхазии в середине 19 века. Мой однофамилец, Дбар, один молодой человек, вместе с представителем фамилии Джанба, значит, они были обычные крестьяне, они убили дворянина Ман. Почему? Потому что, как ни парадоксально это звучит, но еще в середине 19 века абхазские дворяне пользовались правом первой брачной ночи в отношении крестьян. И вот когда он так поступил, этот дворянин, они его убили и скрылись в Лыхнинском храме, их никто не тронул. Я для чего это все рассказываю, друзья мои? Я это рассказываю для того, чтобы вы поняли, что храм, извините за эту фразу, должен быть нейтральной территорией. Там не может быть, если даже мы кровные враги входим в храм, в святыню, в святилище, мы должны эти какие-то вещи на какое-то время хотя бы забыть об этом. Вот такой глубочайший смысл вкладывался. Никогда абхазы иного поведения в храме себе не позволяли. Если это кто-то делал, это всегда осуждалось. Теперь непосредственно о самой иконе. Друзья мои, я прекрасно понимаю, что те, кто сделали эту икону, привезли ее, я имею в виду грузинских политиков, я не знаю, как эта партия называется, Альянс патриотов или как-то она именуется, безусловно, это политический акт. Это и так понятно, что политики, что у нас, что в Грузии, что в любой другой стране перед выборами готовы использовать все, в том числе и святыню, и икону для того, чтобы прийти к власти и осуществлять потом, значит, все то, что они задумали. Это абсолютно так. Другое дело, что среди круга людей, которые в данном случае осуществляли привоз этой иконы, конечно, могли быть какие-то другие люди, которые такого умысла не вкладывали, могли и хотели, наверное, выполнить какой-то свой обет. Вы видели, вот, по крайней мере, с демонстрации видео, что на иконе была такая проволочка, и на ней висели кресты. Вот эти кресты могли передать те люди, которые вообще сюда не приехали, но тем самым они хотели выразить свое отношение к святыне Илорской церкви. И с этой точки зрения, конечно, это не обсуждается. Это было ошибочно. Конечно, грузинская сторона должна была понимать,
к чему это может привести. И, безусловно, это должны были понимать и те, кто были посредниками между грузинской и абхазской стороной. Я надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю. Вот они тоже должны были понимать, и, наверное, все-таки абхазская сторона должна была убедить, значит, попытаться хотя бы убедить, что все-таки это может спровоцировать какие-то нежелательные дальнейшие последствия. Но, тем не менее, это случилось. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, я не понимаю, зачем нужно было такую большую икону привозить. Ведь можно было сделать скромную, небольшую икону, если это памятная жертва. Это второе. Третье, друзья мои, ну мы должны же понимать все, что если вы в данном случае, я имею в виду людей, которые привезли эту икону, если вы знаете, что вы эту икону везете в Абхазию, вы знаете, что в Лорском храме служит абхазский священник, иеромонах Сергий Джобу. Вы знаете, что большинство людей, которые туда приходят, абхазы, этнические абхазы, говорящие на абхазском языке. Но зачем демонстративно надпись на иконе делать на грузинском языке? Ну хотя бы сделайте, если уж так сказать по-другому не получается, ну хотя бы сделали бы вы параллельно абхазскую надпись на этой же иконе. Это же показывало бы, по крайней мере, искренность ваших действий, а не желание снова навязать, значит, грузинскую письменность или вот грузинское восприятие вещей и так далее. Ведь это же всегда болезненно воспринимается нами, абхазами. Вы же прекрасно это знали. Что положительное я хотел бы отметить, значит, это связано с изображением святого Евстафия на этой иконе. Ну, наконец-то, слава Богу, грузинская сторона в кои веки признала, что, оказывается, среди христианских святых, причем древних, есть абхазец по происхождению, святой Евстафий Апсийский. Потому что все время, десятилетиями мы слышали, что вы язычники, что вы мусульмане, что все, что христианское на территории Абхазии, не имеет никакого отношения к вам, это мы все построили, это все наше. Вот эти все разговоры продолжаются до сегодняшнего дня. И это мы слышим все время на женевских дискуссиях, то, кто участвует, если вы их спросите, они вам все это расскажут. Но слава Богу, наконец-то хоть признали, что оказывается среди святых есть и святой абхазского происхождения. А в отношении его изображения отмечу, что до 2004 года не было никакого изображения Евстафия Апсийского. Вот это мы восстановили, непосредственно я этим занимался, собирал материалы, потом я эти материалы дал Батала Аджипу, художнику, он сделал, восстановил образ с учетом времени, рода деятельности святого Евстафия Апсийского и патриция, да, и так далее. Так делается в большинстве случаев, когда утеряна икона или образ того или иного святого и имеется желание восстановить. И потом первая икона была написана в том же году, в 2004-м, иконописцем Георгием. Она была здесь в Афоне, потом мы передали в храм святого Евстафия, построенный новоафонским монастырем в городе Ачинчира. Потом эту икону подарили патриарху Кириллу, когда он был избран патриархом. И копии этой иконы имеются, мы подарили Вселенскому Патриарху. Сегодня очень много копий, и слава Богу, что теперь и в Грузии теперь знают о том, что есть такой абхазский святой. Теперь в отношении действий с нашей стороны, с абхазской стороны. Что здесь мне не понравилось? Во-первых, надо понимать, что икона не бывает там бумажная, она на дереве, значит, на каком-то другом предмете, на металле, были металлические иконы, кстати сказать, в абхазском языке даже есть, сохранился термин «нахачапа», да? Значит, каменная или металлическая икона, чеканная икона. Икона, она сама по себе икона, поэтому это неправильно говорить так, что вот эту икону, которую они привезли, она бумажная, она не икона. Сегодня 80% икон, которые мы используем, они все сделаны типографским способом. Потом наклеены на дощечку, на какой-то другой твердый материал. Вот у меня в кармане, вот здесь в кармане, набор икон, которые я собирал, находясь в разных монастырях и храмах в Иерусалиме, на Афоне, в Греции, в Риме и так далее. Эти иконы, изображенные на них святые,
они очень недороги, потому что есть определенная связь с этими святыми на моем жизненном пути. Так вот, вот эти бумажные иконы, вот в таких с такими пластиковыми покрытиями, эти иконы тысячи раз мне ценнее и дороже, чем какая-то большая икона, написанная на золоте. Понимаете? Написанная по золоту. Поэтому, как говорил митрополит Антоний Сурожский, иногда простая бумажная икона, она может быть больше святыни, чем какая-то огромная икона, написанная, значит, как подобает, с золотыми ризами, там, со всей этой атрибутикой, которую мы очень часто встречаем в храмах. Поэтому нельзя так говорить, что если бумажная икона, она теперь не икона. Это первое. Второе. Что значит неосвященная икона? Вы знаете, существует такое понятие, значит, ее ввел Успенский, богословие иконы, да, осмысление иконы. Так вот, исходя из богословия иконы, мы все знаем хорошо, что с момента написания изображения святого и написания его имени икона становится иконой, без всякого освящения. Освящение – это уже та традиция, которая появилась позже, и она не столь принципиальна, как изображение самого святого и написание его имени, потому что мы через видимый образ возносим свой ум и свое представление, свою молитву к первообразу. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это святыня. Не важно, что она бумажная, не важно, что там освящал ее патриарх или кто-то там из священников, это не имеет никакого значения. Более того, как я понимаю из телефонной записи, которая была выложена в интернете, как раз отец Виссарион пытался это объяснить, значит, когда он разговаривал с теми людьми, которые выносили эту икону. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, это так поступать нельзя было. И здесь я не могу не вспомнить такую очень известную, емкую и с глубочайшим смыслом фразу, существующую в абхазском языке. Эта фраза звучит следующим образом. «Анахаящцелос отцу агудрицу». Что это значит? Человек, привыкший к святыне, в данном случае к иконе, превратил ее в мишень для тренировки метания копья. Вы вдумайтесь, какой глубокий смысл наши предки вложили вот в эту фразу. И поэтому мне кажется, то, что вот сейчас мы наблюдаем, это недопустимая вещь. Анахай бутсу абрихаджу. Избензель дарарвей гурам брахи аргот, а политика гяцерхана, харарампи уге политика хоркана, арарампи хгана, и гури хогана пэшту. Абрианахай бутсара, и цасам хайсабхедзот, и окнагу акакум хайсабхедзот. Мне кажется, еще важно всегда понимать, что мы с вами, по крайней мере, простите, не все может быть, но мы с вами в своей истории, как абхазский народ, мы всегда брали в пример самое лучшее, а не самое худшее. Мы не можем становиться на тот же уровень, на который иногда становятся известные грузинские политики, как прошлого, так и нынешнего, да, политического грузинского истаблишмента. Мы не можем становиться на тот уровень, на который становятся грузинские церковные деятели, в головах которых кроме национализма и целостности грузинской территории нет ничего, никаких евангельских представлений о жизни. Мы не можем, я еще раз повторяю, на этот уровень опускаться, потому что тогда не имеет никакого смысла. Ведь Господь все эти века и все эти тысячелетия, кто только не пытался нас захватить, уничтожить, значит, выслать и так далее. Кто только не пытался в Абхазии. Много из этого не удалось, и в том числе именно потому, что мы всегда старались вот этот уровень, человеческий уровень, с большой буквы человеческий уровень, выдерживать. Ну, в конце концов, откройте для себя новеллы Михаила Лакарева, прочтите и сравните это с образом мышления современных абхазов и с образом поведения современных абхазов. И многое вам станет ясным. Поэтому, мне кажется, что так все-таки поступать нельзя было. Еще один момент, который особо хочу подчеркнуть.
Те люди, которые непосредственно принимали участие в выносе этой иконы и так далее, я хорошо знаю многих из них, по крайней мере тех, кого я видел, значит, в видеоролике, с уважением, с большим уважением отношусь. Но, друзья мои, я думаю, что вы прежде всего оскорбили не грузинских политиков, не грузинское духовенство, вынося эту икону. Вы тем самым, как мне кажется, оскорбили абхазское духовенство. Почему? Потому что вот то, что я вам говорил, оружие надо оставлять за пределами храма. Я один из тех, кто стоит в храме, а соответственно, в данном случае в Орском храме, решать подобного рода вопросы может только настоятель этого храма, в данном случае иеромонах Сергий Джопа, либо его непосредственное руководство, то есть руководство Сухуми-Пицунской епархии, но не абхазские политики, абхазские общественные деятели. Этого нельзя ни в коем случае делать, и нельзя было так делать. Вы поймите меня правильно, безусловно, миряне имеют такое же право, как и мы, священники. Эти святыни и храмы не принадлежат абхазскому исключительно духовенству. Они не принадлежат священникам, мы всего лишь служители. Они принадлежат всецело нашему народу. Но как было бы правильно поступить, если вы меня спросите, я бы поступил бы следующим образом. Приехал бы в Лори, пригласил бы отца Сергия, значит, либо руководство Сухуми-Пицунской епархии, либо абхазское духовенство, все. Да? И сказал бы, что вот нам не нравится, что вот эта икона вот таким образом была привезена, что она вот находится здесь, что это оскорбляет в том числе и наши религиозные чувства и так далее. Ведь это же все можно было объяснить и потом окончательное решение оставить уже за абхазским духовенством. Мне кажется, если бы вот так поступили бы эти люди, это было бы намного правильнее, чем то, что мы с вами все видели. И теперь последнее. Анцюдуй хэшер гуд сакхшу сиэхот ергер, аэрг зэхцзуацки ергер, убриги сиэхот анцюйчапха хахзэхэн хчокуй харц, абриякумпа акахцазэ лэхна и хайнтэц. Срезэсху акахцазэ харахзэсху ё, азгидалс христалзэм, Ари илырнах уажлар хауп, апсу уажлар хауп, дзюрты заалыги. Жларык я хасаб лобизы сухо сухгялыцына, избанзар ари айякумса сухгия дыстот, избанзар сэгэ джирак, ихудбыз симхазыр калаб, илыркара нихаз, илыркара пепш, тагылыза ашиха симхазыр калаб, уязыхан сэрги бунахани сабхадзот, убрезыхан сас ехо, Абриекалас, икалас, лыхни хаймтарц, харей, хучкве, рзехуна, рабхедза, иргалана. И последнее, чем я хотел бы завершить сегодняшний эфир, я непосредственно хочу обратиться к тем людям, принимавшие самое прямое участие в этом событии, выносе иконы и отправке ее, значит, на грузинскую сторону через реку Ингур. Ну, уж все уже так получилось, так получилось. Мне кажется, будет правильным, если вы закажете новую икону с изображением Богородицы, с абхазской надписью, с изображением святого Евстафия Апсильского, который был на этой иконе, святого Евстафия Плакиды, его небесного покровителя, римского воина, и других святых, как вы посчитаете нужным. Но это на ваше усмотрение. И, сделав хорошую икону, вы от себя принесете в Илорский храм и там оставите эту икону. Мне кажется, что такой поступок сгладит все те погрешности, ошибки, какие-то, скажем так, простите, непродуманные наши действия. Я не хочу сказать, что вы с каким-то злым умыслом или с каким-то намерением. Нет, ни в коем случае. Никакого злого умысла там не было. Но неведение, как мы говорим на церковном языке, вот, неведение, которое привело к этому действию, чтобы вот это все сгладить и вывести в правильном направлении, я думаю, что с вашей стороны должен быть сделан вот этот поступок. Благодарю всех за внимание. Прошу понять меня правильно. Я думаю, что тут тема очень большая и много
сопутствующих, возникающих вопросов. На все это, конечно, сразу сказать невозможно, дать все ответы невозможно. Но вот мне кажется, и вот такова оценка моя по поводу событий, имевших место в Лорском храме. Завтра, воскресный день, мы все будем совершать во всех абхазских храмах божественную литургию. И за этой божественной литургией мы все будем молиться о том, чтобы Господь нас вразумил, чтобы Господь Лахаим Тарабхергула Набрёпьесхасара, Лахаим Тарабхизбанзер, Анаха-Анаху по политика-политику. Егя а политика чейм зерге, егя и яша зерге, егя цазвама зерге, ямам зерге, мы анаха напахняхку дзуста залыге, напусту ёг дзимарадзе казмо, анапахняхку анаха абри апну каша и скину гихапшу анчу ихад. Благодарю всех вас за внимание.